28 февраля в столице Чувашии открывается 11-я межрегиональная отраслевая выставка «Картофель-2019». Она проходит при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и Картофельного союза России. Традиционное место проведения – торговый комплекс «Николаевский». Свое участие в выставке подтвердили 88 компаний из 21 региона. Традиционный партнер – Всероссийский научно-исследовательский институт картофельного хозяйства имени Лорха. В Чебоксарах состоится заседание научно-технического комитета при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации, научно-практическая конференция «Круглые столы», на которых обсудят развитие селекции и семеноводства второго хлеба. Важной темой станет развитие экспорта семенного и товарного картофеля. В 6 павильонах будет организована торговля семенным картофелем. Состоится презентация отечественных и зарубежных сортов, дегустация блюд. Для удобства покупателей есть различная фасовка. Для социальной категории граждан будет организована помощь волонтеров и бесплатная доставка по городу.